Здравствуйте, меня зовут Сергей Стручев, я художник по костюмам. Долгое время очень работаю в кино, если быть точным, 41 год. И все это время наша работа, наша жизнь состоит в том, что мы переезжаем с места на место для того, чтобы снимать кино. Сейчас мы находимся в Калининградской области. Вот, исколесили здесь уже очень много разных районов, городов. Вот, значит, для того, чтобы заниматься тем делом, которое своим делом, нам необходимо условия. Вот сейчас мы находимся в прекрасном, значит, костюмерном автобусе. Это костюм Ваген, он называется у нас на профессиональном языке. Вот, принадлежит этот вагон замечательный Алену Миноа, Миноа Продакшн. Вот, я очень благодарен ему за то, что он нам предоставил такие замечательные условия. Вот, этот вагон, он, тут нет ничего лишнего. Вот если вы обратите внимание, висят костюмы. Вот, он просторный, он очень удобен для нас. Вот, и поверьте моему опыту, в общем, это не часто бывает, потому что бывают либо излишне какие-то шикарные, так сказать, автобусы, где на самом деле много каких-то мягких диванов, но мало места для вот непосредственно того, чтобы мы могли развесить свои костюмы, пригласить актера на переодевание, вот, чтобы ему было тепло, удобно, и этого, в общем, достаточно. Необходимо и достаточно. Так что этот автобус абсолютно на 100% соответствует всем нашим профессиональным требованиям. Вот. Спасибо ему большое. Спасибо. Спасибо вам.